Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алексей, и сегодня к нам на распаковку попали очки виртуальной реальности Deepun M2. Давайте же распакуем их и посмотрим, что же у нас идет в комплекте. Итак, давайте по порядку, у нас тут достаточно обширная коробка, в ней еще очень много маленьких коробочек, и по порядку. Первое, что попадается на глаза, сами очки. Достаточно легкие, выполнены в пластиковом варианте, серый и светло-серый цвет. Также черные прокладки. Они у нас не кожаные, полностью сделаны из поролона. Поролона очень много, поэтому очки будут мягко сидеть на лице. В очках у нас две линзы. Единственное, что мы можем регулировать в плане линз, это фокусное расстояние. Ролик для этого располагается у нас наверху. Слева от линз у нас находится два маленьких датчика. Предназначение их узнаем на обзоре. Крепление очков у нас из трех ремешков. Сверху странное крепление, сейчас я расскажу поподробнее попозже, почему оно такое. По бокам у нас совершенно обыкновенное крепление. В плане управления слева у нас кнопка включения, справа дисплей для управления, центр подтверждения, соответственно, нашего действия, кнопка назад, прибавить или уменьшить звук. Снизу у нас несколько разъемов. Первый из них — это 3,5 джек, универсальные наушники, микро-USB для зарядки и подключения к компьютеру, провод питания для зарядки, разъем microSD TF-карточки. Вот, в принципе, и все. Очки мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим, что же идет в комплекте к этим очкам. Первое, что попадается на глаза, это гарантийный талон и наша инструкция. Инструкция на английском и китайском языке, поэтому используйте, читайте и разбирайтесь. И гарантийный талончик, который позволяет вам обслуживать очки в случае их поломки. Далее идет вот такая вот маленькая коробочка. Давайте посмотрим, что идет внутри этой коробочки. А внутри у нас идет вот такая вот сменная прокладочка, которая позволяет запотевшую, либо которая у нас износилась, прокладку заменить на вот эту. Далее идет вот такая вот коробка. Давайте вскроем. Она у нас с двух сторон открывается. Посмотрим, что у нас здесь идет. Первое, что попадается нам в руки, это вакуумные наушники, вкладыши. Внимание, в комплекте идут запасные вкладыши разных размеров. Несомненный плюс. Далее идет вот такой вот шнурочек USB, micro-USB. Предназначение его универсальное, как и всегда. С другой стороны у нас идет вот такой вот блок питания. Для него нужен переходник, учтите это. И вот такой вот шнурочек, который позволяет вам заряжать девайс. Шнур питания. В этой коробке у нас больше ничего не осталось. Давайте откроем следующую. Это последняя коробка у нас. И давайте вскроем ее с одной стороны. Что у нас здесь идет? Это у нас ремень верхний и ремни на затылок. Сейчас я их покажу поподробнее. Вот такой вот у нас ремень располагается сверху. Вот так вот крючком он цепляется за металлическую планку с щелчком. И вот это вот у вас будет на голове сверху. Плотно прилегающая поролоновая прокладочка с кожзамом. Очки будут сидеть очень-очень плотно. Также сзади у нас есть ремень регулировки, который позволяет настроить на разные размеры головы эти очки. И, соответственно, на затылок идет у нас вот такая вот прокладка, тоже кожзам с плотным поролоном, и вот такие две резинки по бокам, которые тоже у нас регулируются. Соответственно, верхняя резинка у нас цепляется к затылочной части вот через вот это вот кольцо. И все это в совокупности будет выглядеть вот так. Очень обширно выглядит, как вот на этой картинке. Но, с другой стороны, кожзам и плотно сидящие очки – это самый лучший вариант очков. Ну и последнее, что у нас идет с другой стороны очков – это средство обслуживания наших очков. Вот такой вот гель для протирания линз и корпуса очков. И вот такая вот большая батистовая ткань. Здесь реально огромный кусок, который раскрывается прямо вот до таких вот размеров, который позволяет вам обслуживать ваши очки в продолжительный период времени. Вот такой вот комплект идет вместе с очками. Если у вас остались какие-то вопросы или ваше мнение, оставляйте его в комментариях под этим видео. Ну а если видео вам понравилось, вы можете поставить большой палец вверх. Также вы можете подписаться на наш канал. Ну а с вами был Алексей, и всем пока-пока-пока!